Михайлович. Просто Михайлович. Просто. А, просто Михайлович, да. Хорошо. Спасибо вам за то, что вы согласились со мной встретиться. Пожалуйста. И смотрите, вот как бы мороз, да, но вот сквозь листву проступают первые зеленые растения, которые уже как бы первые вестники весны. Я не знаю, забыл, как это называется по латыни. Мы не в университете учили. Вот. Но это явно растение не с прошлого года растет, а уже на будущее. Да, да, только что сошло. В январе постоянно такое бывает? Бывает круглый год. Крымская зима, она не такой, такая суровая. В принципе, в январе вполне можно найти подснежники, в принципе. Да вы что? Да. Но я не сомневаюсь, что мы придем сейчас. Погода была неблагоприятная, но теоретически такое вполне возможно. Михаил Михайлович, а что вы тут делаете? Мы тут кабанов прикармливаем. Кабанов прикармливаете? Да, а что вы им даете такое? Тут и кукуруза, тут и ячмень. Ячмень и кукуруза. Прикармливаем кабанов и оленей. Зачем? Ну, чтобы из этих мест не уходить. А, вот оно что. Да. Это вот так вот столько вы насыпали. А действительно, смотрите, это вот следы, это нарыли кабаны или это нарыли олени? Одно из двух. Кабаны нарыли. Олени в основном, конечно, питаются вот этой кормушкой. Тут желательно им травки набросать. Кабаны в основном желуди роют, конечно. Ага. Вот это вот соль для оленей. Олени ее лижут. Олени, ага, просто необходима соль. Так, 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 так. Интересно, интересно. Ага, настоящая соль. Да, да, крупная. Но вы как лесничий заботитесь об оленях. Ну, естественно, как же. Ну, вот ориентир. Здесь мы ориентируемся в природно-охранной зоне. То есть мы еще не до конца не заблудились? Ну, мы не заблудимся. Мы вообще, в принципе, невозможно заблудиться. Отлично, да, отлично. Ну, 51 квадрат. Хотя вообще-то 51 квадрат – это неправильное выражение. Зона 51. Зона 51? Да, зона. Зона. Ага, зона 51. Да. Так мы ее ищем давно. Да, причем зона несколько аномальная. Так она здесь? Ну вот она, вот она, вот она. Послушайте, это очень интересно. Это как раз то, ради чего я сюда и приехал. Так, смотрите, я сейчас сориентировал компас. Компас показывает, настоящий китайский компас, очень хороший, показывает, что север у нас вот там. Да. Все деревья показывают, что север там. Чем они показывают? А тем, что мох растет с северной стороны. Я не вижу, что вообще мха. Как не видишь? Смотрите, пожалуйста, вот я вам могу сказать. Вот мох. Вот мох. Вот мох. И вот мох. Правильные деревья. Потому что север там. Но, Михалыч, ну, вы же как лесничий, вы знаете эти места. Здесь есть аномальные деревья. Вот идемте сюда. Ну, только что вы мне сами рассказывали про вот эти деревья, где мох растет на южной стороне. Вот, ориентируемся. Север там. А мох растет вот здесь. Север там, а мох растет вот. Идем дальше? Идем дальше. Михаил Михайлович, а еще какие-нибудь есть интересные места здесь, в этой зоне 51? Ну, это зависит от того, сколько выпьем. Есть интересный момент, что мы отсюда выберемся. То есть два варианта. Либо останемся, либо выберемся. Я хотел бы выбраться, но что такое белое может быть посреди этих гор? Неужели снег? Туман. Туман? Да. А там в ущелье проходит трасса, там ездят автомобили, автобусы, троллейбусы. А мы выше этого тумана, и мы греемся под солнцем. И зона 51. Это уже окончание. Мы покинули эту зону 51. Выходим в зону номер 40 и 41. Аномалии закончились.
регулярно принимаю здесь холодные ванны. Вы? Да. Вы что, здесь часто купаетесь, в этой речке? Круглый год, почти каждое утро. Ну вот как можно окунаться в такой холодной воде? Ну как, это залог моего прекрасного самочувствия, прекрасной физической формы. Именно холодная вода именно стимулирует все жизненные функции организма. И что, зимой тоже? И зимой тоже. Так сейчас же тут мороз. Несмотря на мороз, тоже можно окунаться? Ну, смысл, круглый год. Да вы что? Да. Как можно окунаться в такой холодной реке? Ну, я привычен. Это, собственно говоря, причина моей прекрасной формы для моих лет. Я закаленный и достаточно активен во всех отношениях. А как бы мне научиться вот так же самое окунаться в холодную воду? Вот можно мне вот без подготовки вообще вот просто вот так вот нырнуть? Ну а как же, да? Грамм 200 подготовки просто необходимо. Вы имеете в виду, надо выпивать спиртные напитки перед этим? Ну а кто ж туда трезвый полезет? Михалыч, ну так вы покажете, как вы ныряете? Ну вообще-то я сегодня уже нырял, как бы ваша очередь. А, моя очередь? Ну, да. Я вообще человек не пьющий, но окунуться хотелось бы. Ну, такой день, а сегодня крещение Господне, просто грех не выпить. Обогреть организм перед столь экстремальными перехождениями, это обязательно. Давайте попробуем, давайте. Попробуем, а как же иначе, да? Ну, я не прихватил с собой спиртных напитков, я не знал, что... Я прихватил, ну как же иначе. А, у вас есть? Ну, естественно. Да, но я вообще не пью. И я не знаю, неужели вы рекомендуете выпить вот эту вот водку вот эту вот? Дело в том, что обязательно перед этим нужно выпить. Вот. Если вы давно не пили и давно не окунались в холодную воду, вообще не окунались в холодную воду. Я не вообще не окунался. Вот. Для этого нужно выпить. Это просто необходимо. Для столь экстремальных и тем более, так сказать, непривычных обстоятельств просто необходимо. Много его наливать не буду. Ну для здоровья, чисто так, символически. Чисто для тонуса. Чисто для тонуса. Ага. И сразу до дна. Ну это, по-моему, это много для это меня. Это в самый раз. Да, вы считаете? Ну если вы каждый день так пьете и окунаетесь, ну я попробую последовать вашему примеру. Смелее. Вот так вода не такой холодной будет после этого. Давай, начинай. Ну, за здоровье. С Богом, Михаил Михайлович. С праздником. Закуси. Сейчас согреешь и попробуй окунуться. А вы уже окунались сегодня? Я уже окунался. А, ну тогда я ныряю. Все, тогда я ныряю. Окунусь! Божье благословение. Сколько по кайфу быть здесь мне. Большая река течет по мне. Три раза окунись головой во имя Отца, Сына и Святого Духа. А, обязательно, Михалыч, обязательно. Господь в Иордане кричается. Ну, да, с Богом, пришел, да? Да. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. С Богом, так сказать.
января! Крещение! И вот так! И сына! И святого духа! Аминь! Эх, Михалыч! Хорошо! Вот оно! Вот теперь еще для профилактики надо выпить. А, наливайте, наливайте, Михалыч, мне понравились ваши обряды. Давайте, давайте еще по одной. Ну, для сугрева, так сказать. Это вот все после этого. С Богом, с Богом. С ним, Михалыч, только с ним. Крещение, так сказать, ой, отлично, отлично, чего я всем рекомендую, я еще, пожалуй, окунусь прямо сейчас. Еще для сугреву. Я с привычки сейчас уже не потяну. Разнадейся, а потом продолжим. А вы знаете, вот мне нравится ваш метод. Как вот вы для сугрева сначала, а потом для охлаждения, а потом опять для сугрева. Эх, хорошо. Ну что, понравилось? Да, Михалыч, ну вы меня сегодня вдохновили. Я так каждый день ныряю. Вы так каждый день ныряете? Ну. Ух ты! Чтоб я так жил. С Богом. С ним. Только с Богом, только с ним.